Здравствуйте, дорогие ребята! Я, тетушка Сова, с радостью начинаю новый урок азбуки безопасности на дороге. Со мной, как всегда, мои помощники. Кошечка Сима, котики Кеся и Яша, собачка Буля и, конечно, самый главный мой помощник, домовенок Непослуха. Привет, друзья! Наша встреча на этой автобусной остановке не случайна. Сейчас все вместе отправимся на экскурсию за город, где расскажу вам о правилах безопасности на разных дорогах. Скажите, тетушка Сова, а какие еще бывают разные дороги? Посмотри в окошко. Видишь, бежит ленточка дороги. Не видать пока ни перекрестка, ни пешеходного перехода, ни светофора. Машины здесь едут быстро, и пешеходам, например, в этом поселке надо быть особо осторожными, чтобы перейти такую дорогу без приключений. Давайте сделаем здесь остановку в специальном безопасном месте. Кто хочет мороженого? Отлично. Для этого нам понадобится безопасно перейти через дорогу вон к тому магазинчику. Убедимся, что дорогу хорошо видно и слева, и справа. Дождемся, когда вблизи не будет машин. А особенно внимательными следует быть в местах, где из-за поворота не всегда видно приближающийся автомобиль. Пока машин поблизости нет, спокойно. Переходим дорогу, не бежим, держимся вместе. Кеся, ты что? Машина! Кажется, Кеся сегодня останется без мороженого. Я ведь несколько раз повторила, что на дороге надо быть очень внимательными. Запомните это хорошо, дети. Надо понимать, какое расстояние до транспорта при переходе дороги будет безопасным. Если вы не уверены, попросите взрослых помочь перейти дорогу. Интересно, о чем это фантазируют мои помощники? Если бы вы, котики, так же хорошо знали правила безопасности на дороге, как вы умеете фантазировать, я бы очень вами гордилась. Сейчас я расскажу, как правильно вести себя на обочине дороги. Посмотрите, обочина – это боковая часть дороги, где нет тротуара. Сделаем остановку и немного пройдемся по ней. По обочине можно идти, держась как можно дальше от проезжей части, один за другим и обязательно навстречу едущему транспорту. Впереди должен идти взрослый, так как это делаю я. Отвлекаться на обочине нельзя, тем более подходить к самому краю дороги, как это делает Кеся. На обочину может свернуть автомобиль, и вы его можете не заметить. Кеся! Машина может не только остановиться на обочине, но и неожиданно выехать на нее в какой-то аварийной ситуации. Кеся, где ты? Иди к нам, проказник. Яша, как ты себя ведешь? Ай-яй-яй, Яша, прекрати немедленно. Это очень глупо и опасно, разве ты этого не понимаешь? Даже мне понятно, тетушка, что так играть нельзя. Мы возвращаемся домой. За окном нашего автобуса уже вечер. Машины включили фары. Кто мне скажет, как безопасно переходить дорогу в темное время суток? Непослуха? Надо стараться переходить там, где светло, где дорога освещена фонарями на столбах. Правильно, Сима. Верно, носить на одежде световозвращающие значки. Их еще называют фликеры. Кеси сказал, что он вообще боится переходить вечером дорогу. Если знаешь правила, мой дорогой, то делать это вовсе не страшно. Ну, а ты, Яша, задумался. Что ж, это хорошо. Я сегодня рассказала вам многое, над чем стоит задуматься. Наша экскурсия, ребята, к сожалению, закончилась. Мои помощники спешат домой, помня о правилах безопасности. А мы с вами встретимся на новом уроке. Будьте здоровы! И внимательны на дороге. Пока, детишки!